С начала текущего года в Акмолинской области за нарушения по содержанию и выгулу домашних животных к административной ответственности привлечено более 400 владельцев собак. Департамент полиции Акмолинской области в целях обеспечения общественной безопасности напоминает горожанам об основных правилах содержания и выгула домашних животных. Так, в Акмолинской области выгул домашних животных осуществляется при условии обеспечения безопасности окружающих, а также защиты имущества от нанесения вреда. В частности, выгул домашних животных, требующих особой ответственности владельца животного без намордника и поводка, превышающего 1,5 метра, независимо от места выгула, не допускается. Владельцам животных запрещается загрязнение их питомцами жилых и нежилых помещений, в том числе общественных мест, а также нанесение вреда окружающей среде. Кроме того, на территории населенных пунктов запрещается выгуливать собак на огороженных детских и спортивных площадках, территориях детских, дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений, в местах, где установлены запрещающие знаки. Напоминаю, что с 1 сентября 2023 года владельцы ставят на учет своих питомцев.